Всем привет! Испытываю новый аппарат для перегонки масел автоматических коробок передач. Но так как у меня такого масла нет, попробовал с тем, что было, какое-то автомобильное, в нем оказалась вода. И вот тут вот немного насвинячил. Плюхало, шипело. Вот. Сейчас замешал кое-какое масло, которое у меня было после перегонки, с дизельным маслом, которое я уже перегонял. Не знаю, как тут у меня. Значит, пока ничего не льется. Льется, но очень слабо. Должно пойти. Здесь у нас сливается грязь, но что-то очень быстро. Надо уменьшать подачу. Здесь электронный контроль. Аппарат. Сейчас придется перенастраиваться. Вот такими вот плевками все равно там попадается вода. Ее слышно. Она шкварчит. Это вот как раз я разбавил, добавил масло, которое у меня было. В принципе, переработанное, но, видать, с каким-то конденсатом водяным. Потому что после того, как вот оно выливается, если его слить, видно, что на дне вода. Вот, эта вода плюхается там, шипит, шкварчит и влияет на стабильность работы аппарата. Поэтому рекомендуется без воды. Вот слив идет. И температура вот у нас перегонки 345, выставлена на 360, то температура сама падает. Все зависит от температуры кипения той жидкости, которая перегоняется. Вот. Колонна немножко насос не справляется, стоит насос вакуумный. Этот насос откачивает все пары, чтобы вони не было, и эти пары сжигаются, дожигаются здесь в небольшой печке, и таким образом мы исключаем вонь.
аппарат. Аппарат без колонны. Колонны на нем нет. Масло темное, вполне прозрачное, вонюченькое, как положено в таких случаях. Сейчас более-менее вышел на работу, нарежу, выплюну все, что было в аппарате. Другая смесь пошла, другая температура кипения. Как только попала туда, сразу же расширилась, потому что кипит при более низкой температуре и вытолкала все, что было в аппарате. И сейчас более-менее нормально пышет. Такими вот порциями выплевывает, переработанное масло. Сожрал. Ну, сейчас догоню, и на этом будет все. 159, можно в принципе даже увеличить подачу немного. Сейчас плюхнет. Дыхалка не справляется. Но она не закрыта наглухо для того, чтобы в случае выплевывания какого-нибудь водяного пара все это дело не выперло из другого места. Там просто пластинка лежит, она приподнимается. Так, мы тут увеличили подачу. В принципе, все это... Подача и все остальное может регулироваться и температурой, в зависимости, какое качество требуется. О, вот сейчас. То есть можно уменьшить температуру
контроля в зависимости от температуры кипения перерабатываемой жидкости. Ну и тоже на качество тоже нужно обратить внимание. Не относиться как к чему-то, что перерабатывает помойку. Потому что масло с водой, головняк еще тот, там плюхнуло. Как-то так. Все вроде бы работает хорошо. Зажигаем газы. При переработке такой жидкости можно еще подачу увеличить даже. Это будет вообще скакать как. Вот тут одно, в зависимости от качества. Ну вот у нее сама температура 327 градусов непосредственно в реакторе. 326-327. Она температура при такой кипит. В принципе, можно смело выставлять на 320 градусов, и она будет работать.